Хей, йоу, гайс, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названию Spider-Man Shadow Dimensions. Считается, можно даже сказать, что у нас последняя серия, это, да, это у нас мистерия, это понятно кто. То, что, блин, он по всей этой был у нас. Карнедж был у нас предыдущим боссом, поэтому погнали в финалку. Так, совет, если вы знаете, что делать, нажмите паучье чутье, наверняка, чтобы подсказать вам. Та-там, та-там. Блять. А когда Человек-паук замуровал Джаггернаута в цементной фундаменте, у монстра ушел целый месяц на то, чтобы пробиться сквозь мили камня, глины и песка. Великолепный Человек-паук 230, 629. Я управляю реальностью! Только не зазнавайся. Ого! Приблизиться к Мистерио, да? Так, давайте сразу думать, куда бежать. Ага. Я быстро передвигаться так не могу, слушай. Опа. Да-да-да-да, ты меня нашел. Тихо. Я, в принципе, мог сразу туда перебежать, но ладно. Эй! Ладно, не спешу. А заметьте, а, тут дерево. Я думал, то паук. Большой такой. Я думал, уже посмотрите, ребята, паук какой огромный. Я, походу, мне в ту сторону, да, нужно? Ой! Кажется, если меня увидит свет, я сдохну. Ну нахер. Так, думаем. Ой, тихо. Давай, вырубай свет. Блять! Ну ладно, я успел спрятаться. Я успел спрятаться. Да хватит убегать. Подожди, ты что, по кругу бегаешь? Не-не-не-не-не! Так, бежим, бежим. Готово. Получай. Походу, мы будем ему стекло, да, ломать. Крошечный паук, чё пытается противостоять мне? Не надо издеваться над моим... Что? Ростом? Ого. Эй, эй! А ничего, что я ударить их не могу? А теперь такой бац! Изи, минус два. Да-да-да, а сам? А самому слабо?
А, Мистерио. Эй, ты считаешь это смешно? Приятель. А, такой сферы. А я не думал, что сферу нужно открывать. Теперь буду знать. Да-да-да-да. А можно сферу атаковать? Но он не атакует сферы! Может, мне нужно ждать, пока он будет неактивно? Да, походу, когда она неактивна, нужно атаковать. Так ты ж, ё-моё. Эй! Вернись. Ну давай, давай, поехали. Давай еще волну своих приятелей. Все, ты их создал? Нормально, поехали. Ой, тихо-тихо. Ну? Ты пыляешь свои сферки? Они у тебя к рукам прилипли. А призраки Мистерио черпают энергию из волшебных шаров. Разбей их. Ты считаешь это смешным? У тебя в руках шарики застряли, приятель. А такой здесь сферы? Какие сферы? Как их атаковать? Они у него в руках, алло! Я понял. Весело, весело. Окей, начинаем заново. А видите ли, у нас сферы опять нерабочие. You haven't forgotten your old friends, have you? Look at you. So tiny. How tiny is he? So tiny, he should hold up a sign that says, Don't spin. I can't swim. No! Наверное, было классно, да, сферы сделать нерушимыми, и чтобы они у тебя в руках застряли. You are over, Spider-Man. Itsy-bitsy spider. Time to wash you out. And with that, supervillain banter hits an all-time low. No! Отлично. Little spider, I have a little surprise. Отлично. Поехали. Разрушай.
Вот это, то, что он шары не пустил, вот это меня взбесило немного. What am I, your little monkey? Don't answer that. Face me and be crushed by a god. Все отлично. Давай переделай. Ну все, я в безопасности. Главное, чтобы у него шары в руках не застревали. Это самое главное. I have an old friend for you. Сразу решил с шаров начать. How tiny is he? Это меня радует. So tiny. He should hold up a sign that says, "Don't spit. I can't swim." You dare use my own creations against me? You dare use my own creations against me? You are over, Spider-Man. Так, тихо. Back to being me again. Stop hitting your face. Отойдите, не мешайте. Тихо. Получай. Херячим дальше. Снова упал. Знаешь, твердо стоять на ногах уже не модно. Ох ты ж, ё-моё. Вот это... Ладно, быстрее надо. Ой, печати! Я так быстро пытаюсь. Ладно, я понял. Да, такой момент. Да, он разбит. Так, лучше или хуже, не пойму. Я иду. Так, а я не вижу, что он делает. Победите всех монстров. Всех монстров это сколько? Потому что по сути он может их бесконечно высвобождать.
Вот, видите, он уже их бесконечно. Ладно, я понял. Ой, неужели? Бац! Так, тут должны быть песочные, по идее, да? Давай, давай, валим их. Блин, где камень? Освобождайте мне уже камень. Это просто тыкалка мышки и все. Давай, 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 давай. Пуск. Так, здорово. Поехали. Ах ты ж, ё-мо. Блин, главное их в кучу собрать. И будет все хорошо. И будет все отлично. Так, и последний. Нет, остановись. Я дам тебе все, что ты захочешь. Нет. Этот урок для всех вас, детки, кто хочет стать злодеем, когда вырастет, поаккуратнее надо с разрушением вселенной и призрак к добру. Вы можете преобразовать к жизни силы, которые не сравнитесь, такие как эта невероятная четверка пауков. Стойте! Скрижаль! Я еще ее заполучить! Я могу! Некоторым злодеям ничего не участие. Кстати, я тебя не помяшу, но удачи. Джентльмен, терпеть не могу этого парня. Да ладно, ему так славно ногой заехали. Приятель, ты будешь потрясен. Прекрасно. Стены реальности восстановлены, теперь вы все должны вернуться в свои миры. Еще увидимся, старые и не такие крутые версии меня. Старый? Вообще-то я будущего, для меня все это просто ископаемость. Приятно знать, что будущее вообще есть, и что люди вроде тебя там... Точно! До встречи, призрак, я никогда не буду проигрывать, Бридж. Я вместе подобную тебя дома, просто... Спасибо, Человек-паук. Можешь гордиться тем, что твои наследники защищают пространство и время. Да, неплохие ребята, но вы должны признать, что из всех четырех пауков, и это абсолютно точно и неоспоримо, я самый лучший.
Прощай, величайшая команда из всех времен. И какой же мы получили сегодняшний урок, любители комиксов? В какой бы уголок космоса ни забросила вас судьба, всегда найдется Человек-паук, который спасет мир. Всем вам, супергероям, я говорю, стремитесь к лучшему! Ту-ту-ту-ту! Все, ребятки! Ну, это была быстрая серия, на самом деле. Да, что-то эмблем там вообще почти не собирал. Почти эмблем не собирал. Давай, биография, биография. Еще должен есть один видеоролик. Секретный, ребята, секретный. А не, вот он. Это он и есть. Так, я что-то пропустил? Это еще? Вот и все, ребята. Вот и все. Короче, это свина, Человек-паук. Окей, поехали оценивать игрушку. Ну, во-первых, у нас здесь сразу идет 4 играбельных персонажа. Это хорошо, это очень хорошо. У каждого свои версии боссов, даже измененные, не то что обычные стандартные, да. Разновидности врагов. Есть прокачка. Есть еще покупка костюмов, но я этим не занимался. Потом, что у нас еще есть? Биография, но это, скорее всего, она везде есть. После нужно взять, что в расчет. Давайте по порядку. Обычный Человек-паук там просто без ничего, да? После. Нео Человек-паук, здесь прикольно чем? Стелс. А стелс рабочий, то есть можно пройти вообще было без какого-либо палева. То есть без замечания меня. Если брать будущее, то тут у нас Человек-паук 2099. Остановка времени, да? И все такое. Черный Человек-паук — это ярость и просто мощные атаки. Да, не буду типа отрицать, есть и минусы. Минусы со звуком. Как вы помните, у меня в некоторых моментах просто пропадал звук сам по себе. Ну, типа, звуки эффектов есть, да, а именно музыки нету. Типа, она пропала. Либо есть только диалог, ну, и нету ни музыки, ни эффектов. А дальше баги визуальные. Всякие погрешности взять того, ну, даже механические, физические, механические, блядь, баги. Взять просто, когда мы играли за Нео, здесь за Гоблина, да, против Гоблина. Он просто повис в воздухе из-за того, что он застрял в лестнице, и все, он даже не смог встать, и мы его не смогли атаковать. То есть это баг, окей. Дальше. Взять доктора Осьминога, сраную дверь, из-за которой мне пришлось перепроходить уровень. Это тоже как бы не очень. Ну, в принципе, а какие у нас еще были баги? Ну, в принципе, больше ничего такого. А я довольно сильно, так сказать, обрадовался, то что... У нас не стандартный, да, просто враги, а добавили еще Дэдпула, то есть это разрушение четвертой стены, это что-то прикольное, что-то мощное. Ну, не знаю, мне лично игра понравилась, оценивать я не собираюсь, именно, знаете, такое. Ну, ладно, давайте по 5-бальной шкале ставить, а мы постоянно по 10-бальной ставим. Ну, давайте по 10-бальной, ну, я поставил бы 9-ку. 9-ка у нас заслуживает, ну, хотя... А, еще есть проблемы с... Ну, вообще, да, вот, как сказать, драками, да. Из-за того, что мы просто зажимаем, считайте, несколько кнопок, да, и все. На этом все у нас заканчивается. Там... Биография персонажей. Что еще можно добавить в минусы? Ненужные апгрейды. Но есть челленджи, это плюс. Ну, на самом деле, 50-50. Поэтому, ладно, давайте заканчивать. Мистерио. Квентин Бек когда-то был мастером по спецэффектам и Голливуде. Со временем устало, мало видеть иллюзий на экране. Он искал возможности воплотить в жизнь более сложные и впечатляющие фокусы, о которых люди вспоминали бы годы спустя. Для одного из своих первых трюков Бек воссоздал собственного Человека-паука. Он собирался инициировать участие пауков в нескольких...
преступлениях, а потом пойти, так, поймать его и стать героем. Мистерия иллюзий. Когда паук доказал свою невиновность и поймал Мистерио, Бэк наконец понял, что это испытание он ждал всю жизнь. Он хочет сбить с толку паука своими спецэффектами, совершив фантастические преступления и победить своего ненавистного врага раз и навсегда. Так, Великий Человек-паук 13, 1964. А да, в принципе, я на самом деле помню в мультфильме, когда он типа превратился в Человека-паука и за Человеком-пауком охотились, типа он ворон, он ограбил банк, все такое. А не, подождите, это было не ограбление не банка, а музея. Он украл какой-то камень, либо что-то типа того, я не помню точно. А что здесь еще можно взять? Ну, арты я не беру в расчет, да. Статуэтки. Ну, это нужно всех собирать у тех пауков, 8 штук. Другие костюмы, это нужно все покупать. Ну, в принципе. Ну, девятку я поставил, я не знаю. Может, вы с ней не согласны, может, там 9 и 3. Блин, я не знаю на самом деле. Ну, ладно, так уж быть, я поставлю 9,2. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья, до новых встреч, прохождений игр. Да, там, прохождений других серий игр Человека-паука и вообще прочее. Всем пока.